Доброй традицией становится проведение в преддверии Нового года главной студенческой премии КФУ «Студент года». В этом году в финал премии из 200 претендентов прошли 67 студентов, наиболее ярко проявивших себя в различных сферах деятельности. Открыл церемонию награждения ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он отметил, что студенты играют важную роль в становлении нашей альма-матер. А вот и секреты успеха от лучших студентов 2014 года. Нужно быть самим собой. Вот, чтобы победить, нужно быть самим собой, и все. Больше ничего не нужно, там, превышать себя, унижать. Просто быть самой собой, и все. Вот. К этой победе мы, наверное, каждый шел с первого курса. Мы собирали папку, где были сложены все наши достижения, все фотографии, рекомендации, характеристики. И именно по этой папке определяли победителя. Главное в работе, в любой работе, это каждый день делать что-то, чтобы подниматься на одну ступеньку выше и делать немного больше, чем от тебя ожидают. Стать творческой личностью года в КФУ, в университете, которому уже 210 лет, это большая честь, большая гордость за себя и за работу, которая была проделана мной в течение этого года и вообще в течение всего моего студенчества. Премию вручали в 19 номинациях. Отметили лучших студентов социальной, спортивной, творческой, научной, общественной и воспитательной деятельности. Кроме того, специальные медали от ректора КФУ получили организаторы концерта, посвященного юбилею Казанского университета. Ну а кульминацией церемонии, конечно же, стало объявление главного приза конкурса – Гран-при, обладателем которого стала студентка Института фундаментальной медицины и биологии Адина Кульмасова. Я очень счастлива, безумно благодарна своей альма-матер за те возможности, опыт и умения, что она вложила в меня. Я безумно счастлива за то, что у меня есть команда, за то, что университет воспитал во мне уверенного лидера с сильной командой. И благодаря этому я победила. Лиана Санамян, Руслан Урманов, Универньюз.